Я был в запасном полку, 200-й запасной стрелковый полк. Находился он в Венгрии. Как раз мы когда были дежурны, патрулировали по поселку. Шел дождь, было пасмурно. Ну и вот нам кажется, и все, вот что-то кто-то где-то недалеко от нас поднимается, как ползет, понимаете? Мы посоветовались с другими, с ребятами постарше. Открыли огонь. Раз, два, три. Опять подаем, опять стреляем. И в это время вдруг в небо раздается салют в небе. Что такое? Там война, тут война. Ну и тут же люди шумят, откуда-то кто-то узнал. Война кончилась. Вот так и война кончилась для нас. Я был в Ташкентском танковом училище. И мы праздновали, проводили танки к трибуне. Тот, конечно, был красивый в Ташкенте. Я Т-26 изучал первый. Потом Т-34 я не учил, но сел и поехал. Су-76 сел и поехал. Плавающий танк ПТ-76. Тоже месяц получился и все. Но из этих всех танков мне Т-34 был тяжеловат. Я маленький. А там фракцион нажмешь, это уже 25 килограмм. Главный фракцион 45 килограмм. А сколько в день нужно дернуть, повернуть, переключиться, скорость.